Ребята, привет! Превью этого видео показывает то, как инспектор полиции представляет диалог с водителем, когда его преследуют. Я вас попрошу, пожалуйста, отнестись к этому видео серьезно. Хочу, чтобы вы задумались о том, что же принесла нам реформа полиции, которая длится вот уже третий год. Что же улучшилось с момента, как расформировали ГАИ. Знаю, что среди вас будет очень много людей, которые будут жалеть инспекторов полиции на этом видео. Я же все-таки хочу донести до вас мысль о том, кто на сегодняшний день нас с вами охраняет, кто следит за нашим спокойствием, кто следит за безопасностью нашего дорожного движения и прочее. Хочу, чтобы вы задумались, какие профессионалы ежедневно выходят на работу, как они подготовлены, как они квалифицированы, и так ли все происходит, как нам обещал министр МВД, когда реформировал старую милицию в новую полицию. Нам обещали, что все будут равны перед законом, что все будут одинаково отвечать за те или иные нарушения. Что же мы видим по факту, вы можете увидеть в том числе и в этом видео. Прошу вас отнестись еще раз серьезно к этому материалу и задуматься все-таки, приедет ли кто-нибудь на помощь вам, когда она вам действительно будет нужна. А если приедут, то что это будут за люди и как они реально смогут вам помочь. Поэтому смотрите, комментируйте, подписывайтесь. До встречи. Тут же нельзя останавливаться, ты что, не видишь? Я слушаю, здравствуйте. Патрульная полиция. Там нельзя же останавливаться, где вы орете, вы что, не знаете? Что? Нельзя останавливаться, где вы говорите. Да? А тут ездить, как вы, можно? Можно ездить не так, как я, можно ездить, как вы, но тогда можно в аварию попасть постоянно. Я понял. А ну, пожалуйста. Идите сюда, инспектор. Инспектор! Подай мне камеру. Да кому хочешь позвонить? Куда вы пошли? Сейчас, секунду. Я могу ехать? Добрый вечер. А что это значит? Сейчас, секундочку, и пошли, и ушли. Сейчас. Что это такое сейчас? Инспектор! Инспектор! До свидания, инспектор. Поехали. Встань. Ну не понял, вы меня задерживаете? Что? Что, говорю, у меня? Я никуда не поеду. А в связи с чем он никуда не поедет? Что? Положите телефон, начните общаться с водителем. Я вам сказал, вы никуда не поедете. В связи с чем? В связи с тем, что вы нарушали правила дорожного движения. Так может вы подойдете, уберете телефон, и мы перейдем к сути? Что перейдем? Мне что, стоять ждать, что ли? Вот, я жду. Аккуратно. Инспектор! Подойдите сюда, инспектор! Ключи просто первый держи. Сейчас он только отойдет. Инспектор! Подойдите сюда! Я не могу понять, я что, вас ждать буду или что? Юра, это инспектор! Да, да. В чем суть остановки автомобиля? Нарушение. Уберите теле. Так идемте движения. Рассматривать администрацию. Что такое сейчас? Кого мне ждать? Инспектор. Я понял. А кто там еще есть? Подойдите к автомобилю, давайте рассматривать админ дело. Куда вы наяриваете? Инспектор. Как вас зовут? Подходим. Вон люди вас видят. Идемте. Инспектор. Да. Мы будем дело рассматривать административное? Конечно, будем. Подходите к автомобилю. Инспектор! Вы препятствуете моему движению с какой целью? Почему вы стоите на проезде моего автомобиля? С какой целью вы мне препятствуете ехать? Как зовут вас, инспектор? Я вам представился. Удостоверение покажите свое. Удостоверение, будьте любезны, по первому требованию. Инспектор, удостоверение, будьте... Нет, секунды. Есть законная моя просьба показать удостоверение. Будьте любезны, достаньте, покажите. Сразу. Алло, слышишь? Да кому вы наярите? Кого, Костя? Вы остановили водителя. Кого? На телесное? Инспектор! Давай. Будьте любезны, удостоверение ваше. Вы пили сегодня? Чего у вас руки дрожат? Инспектор. Конечно, пил. Не на камеру. Да я буду снимать вообще без проблем. Как дело? Удостоверение покажите. Поехал, да, езжай. Удостоверение, будьте любезны.
Я вам... Вы не показали мне... Вы мне обязаны предъявить, а мне ничего не запрещает снимать ваше удостоверение. Будьте любезны. Да, вы поезжайте. Инспектор, с какой целью вы меня остановили? Потому что вы нарушали правила дорожного движения. Да, стоп, давайте рассматривать админдело. Дело административное мы будем рассматривать или нет? Да. Давайте. Секунду. Чего мы ждем? Кому вы наярите? Куда вы бегаете все время? Кому вы звоните? Как это работает полиция в Запорожье так? Давно я вас не посещал, садитесь. Да я вижу. Чего вы улыбаетесь? Давайте, суть конного правопорушения, доказы по справе, фактичные данные, видеофотофиксация, показы свитки, рассмотрение админдела. В чем? Вы забыли процедуру? Я вам напомню. Кому вы все время наяриваете? Я не понял. А что вы закрываетесь? Дверь, я говорю, выходите, админдело рассматривать. Куда? Рассматривать. Что такое сейчас? Что в... Не надо мне дверью. Двери, отойдите. Возьми, пожалуйста. Отойдите от служебного автомобиля. Ждать. Мне нет это времени. Нет времени вас учить долго. Хочу учить вас быстро. А мне кажется, надо. Мне кажется, надо вас учить. Потому что вы грубо себя ведете, грубите. Хамите, маты говорите. Зачем? На работе. Да вас вы не можете поговорить, вы остановили водителя. Вы находитесь в процессе административного рассмотрения. Как с кем вы хотите разговаривать? Да. Я прошу прощения, могу я сказать? Да. Хорошо. Можете ли, как бы вы инспектор первой ночи? Я понял, что есть. Вы хотите занять его место? Нет, да. Просто объяснить, что он сейчас посмотрит, подготовит, посмотрит такую запись. Пусть смотрит. Можно ли пообщаться, не мешать? Он сейчас. Так слушайте, ребята, вы забыли. Меня капрал полиции его сейчас. Ну так сейчас я говорю. Это вообще даже уже, это даже уже не серьезная просьба, ну в моем случае. Ну это нормально. Я вообще с вами спрашиваю. Мне объясните? А? Мне объясните? Поговорим по-человечески. Ребят, смотрите, со мной по-человечески разговор простой, вообще. Вы тупо на меня составляете постановление, если я нарушил, и все. И больше со мной не о чем разговаривать вообще. Вы просто берете и составляете постановление, без всяких размазни. Просто взяли и составили. Без соплей, без звонков, Васи, Пети, помогите, что делать? Просто вышел, нормальный полицейский, взял и составил, и привет. Что тут понимать, я не понимаю. Что начали звонить, этот подъезд, помоги, что делать? Просто мы направлялись на вызов. А вы здесь... От блин. Не, просто. А зачем? А что вы стесняетесь на камеру рассказать? Вы правда пили на работе сегодня? Нет, конечно. Не, вы просто сказали тогда, конечно. Я подумал, может вы действительно пили? Не, ну смотрите, первичные признаки, вы же знаете какие. Покраснение, невнятная речь, тремер. Не, ну один из них, тремер, руку. Вот. Не, ну у вас прям тряслись очень сильно руки. Вот. И... Не от того. А от чего? От того, что мы вас преследовали. Меня преследовали? Ну да. Да вы начали говорить, остановитесь, там негде остановиться, там же поворот, а там парковка, и выезд со двора. На парковке здесь... можно было остановиться. Ну там на парковке так, чтобы стало две машины, нельзя было. Вы тогда стояли с нарушением и мешали проезду. Служебный автомобиль. Да, ну, может насрать на все. Можем. Причем? Не, ну людям просто неудобно было бы проезжать там. Поэтому я заехал за поворот и все. А что надо делать мне? Ну вот сейчас вообще, вот эта процедура вся. Ну вы можете давать пояснение. Вам дать листик? Нет, так я хочу понять, что по какому поводу давать пояснение, еще ничего не видел. Ну что там, получается? Конечно. Ну что? Бай-бай. Ну что мы делаем? Инспектора. Скажите, ну как это так? Это, я такого рассмотрения дела не видел еще ни разу. Правда, ну это... Давайте, что делаем? По листик, что там, пояснение. Там. Видео получится знатное, да? А что вам? Ну получится видео знатное, конечно. Если бы вы не тупили, было бы незнатно. Да, почему здесь тупили? Ну так а что вы не... Включи камеру, я сейчас объясню. Вот серьезно. Мы на ты перешли. Вам.
внимание. А куда убегать? Я вам серьезно. Оформляйте. По полному кругу, полностью. Так а что сейчас оформлять? Машина уехала, техпаспорта нет. Кто полицейский, я или вы? Ну, вот скажите мне, кто полицейский? Кто полицейский из нас? Кто должен это решать, я или вы? Ну вот вы говорите, машина уехала, техпаспорта нет. Кто из нас полиция? Ребята, как бы там ни было, кто бы никак не нарушал, я всегда настаиваю на том, что было нарушение, разбейтесь лбом, но оформите нарушителя. Это будет правильно, неважно, кто он. Послушайте, это я, завтра будет депутат, еще кто-нибудь, пьяный Геращенко будет ездить. Так давайте всех прощать. Есть нарушение? Вперед! Есть видеофакты? Вперед! Нету техпаспорта? Пожалуйста, машину в ориентировку. У водителя нет документов. В райотдел, до выяснения личности. По полному кругу люди работают. И чтобы не было неповадно. А что так? А знаете, как все заканчивается? Заканчивается все тем, что ладно, все, мальчики, свободны. Я пошел. Ля-ля. Потом люди это на видео смотрят и говорят, нам такая полиция? Вот зачем она нам нужна? И я разделяю их мнение. Зачем она нам нужна, такая полиция? Вы неплохие ребята. Я не говорю, что вы там какие-то козлы, которые берут взятки. Нет. Ну так скажите, что лучше, брать взятки или ничего не делать? Вот вы сейчас по мне ничего не делаете. Это ничем не отличается от тех людей, кто берет взятки. Ну, по моему мнению, ничем. Что те были бесполезны, что у вас пользы нет. Вы уж извините, говорю как есть. Ну, нет пользы. Выйдем в народ, спросим. Нам нужна такая полиция? Скажет, нам не нужна такая полиция. И правильно скажут. Понимаешь? Я говорю как есть. Вот ты хотел как есть? Я говорю как есть. Без всякой петрушки. Вот так есть у нас ситуация. И это печально. Не знаете всех тонкостей. Конечно. Ну хорошо, я не знаю. Тогда объясните мне эту тонкость, по которой вы сейчас не можете на меня составить постановление. В чем эта тонкость состоит? В чем? Я еще раз говорю, я не скрываюсь, я не убегаю. Личность моя известная. Опознать меня нет проблем. Постановление составить нет проблем. Машину найти нет проблем. В чем тогда проблема? Объясните, ну есть там какая-то проблема реальная? Кроме вашего нежелания. Вашего личного, либо коллектива вашего. В чем? Мне вас жалко, пацаны. Вот люди вас смотрят и думают, блин, ну зачем? Ну вроде нормальные ребята. Ты на них напал, они не быковали, матом не ругались, взяток не вымогали, не хамили. А по факту я ребятам задаю вопрос. Скажите, ну хорошо, вот такие милые ребята, как вы. Они не хамят, деньги не берут. Ну так они не приносят никакой пользы, при этом зарплату получают. Мы на них тратим бюджетные средства. Да, они не вредят, но они не помогают, а призваны для того, чтобы помогать. Тогда что же хуже, я не понимаю. Нет, вы не обижайтесь, но я лично так смотрю, с этой точки зрения. Я могу вас провоцировать всю жизнь, до тех пор, пока вы не научитесь с такими людьми, как я, бороться по закону и наказывать их. Ну, тогда, чтобы закон был идеален. Я вам скажу, что не бывает нигде идеальных законов, но в данном конкретном случае вам ничего не мешает выполнить норму закона. Я не вижу ни одного препятствия. Ни одного препятствия ниже, кроме вашего нежелания. Вы как хотите, ребят, можете обижаться, но так оно и есть. Поэтому, ну, это заставить... Ну, вот смотрите, как я могу вас заставить это сделать? Поехать с вами сейчас в райотдел? Собственноручно расписаться в том, что вы меня инкриминируете? Написать, да, вот так, как говорит полицейский, неуверенно говорит, я в этом сознаюсь, и, пожалуйста, накажите меня. Вы реально верите, что такие водители существуют? Их нету. Но никто не будет, собственно, ручно ничего писать. Вы все время должны быть готовы к тому, что если вы за кем-то гоните, что-то делаете, вы должны уметь до конца идти. До конца отстаивать права и красиво все делать, вежливо. И вас будут любить, вас все будут любить. У меня нет вам ненависти, клянусь вам, нету вообще. У меня нету ненависти к полиции. Если все было так просто, как вы говорите. Ну я не вижу ничего сложного, правда. Не сложного. Что, я не знаю, как нам разойтись, вас отпустить, либо вы меня отпустите, либо мы вместе в райотдел поедем, либо как вы вообще видите разрешение этой ситуации? Все? Все вообще, никаких претензий нету, остановили меня просто так, и если не просто так, тогда надо наказывать, если просто так, тогда надо отпускать. Что же было? Вот вы на свою родственную скажите, что это было? Я нарушил? Нарушил. Почему вы меня отпускаете? Проблема законодательства. В чем? Если у вас есть видео. Ну вот, а я объясню вам тем, что проблема законодательства. Так видео же есть. Есть. Почему по факту видео не составляете? Господи. Я вас очень прошу, пожалуйста. Пожалуйста, у меня к вам большая просьба. Ребята, не надо так переживать. Вот приедьте к себе на базу, еще раз посмотрите это видео в интернете. Сделайте для себя выводы.
Не надо так переживать. Это будет бесконечная история. Я еще адекватный человек. Идиотов гораздо больше. И они с вами будут поступать точно так же. Вам нельзя так себя вести. Вы должны быть уверенней. Вы должны быть профессиональней. И тогда вас будут уважать. Не бояться, не лошить, а именно уважать. Ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, отнеситесь к моим словам как действительно нормальному совету. Я не хочу вас унижать. Я просто хочу, чтобы вы были профессиональны. И в следующий раз, когда я приеду к себе в город, и меня полиция остановит, если я нарушил, я хочу обязательно, чтобы она реагировала профессионально. Если я нарушил, меня наказывают. Меня и каких-либо других водителей. Пожалуйста. Хорошо? Спасибо большое.